Шоусин, звезда долголетия, Наньзи Лаожэнь, старец Южного полюса, Наньдоу, Южный ковш. В китайской мифологии божество долголетия, а также название самой звезды. Звезда Шоусин соответствует звезде Канопус в европейской астрономии. Появление этой звезды предвещает долгоденствие государю и стране. Бог Шоусин был популярен в народе. Изображался Шоусин обычно стоящим. В одной руке посох с привязанными к нему тыквой-горлянкой, это символ процветания потомства, и бумажным свитком, символ долголетия, а в другой руке персик, также символ долголетия. Храмы в честь Шоусина появились в Китае еще в древности. Рассказывает, что как-то Шоусину наскучило одиночество, и он, увидев птенца, журавля и маленького оленя, взял их к себе и превратил в двух мальчиков. Журавля он назвал Сань Хао Тун Ци, что означало «дух мальчик-журавль», а оленя Мэй Лу Тун Ци, то есть «мальчик – прекрасный олень». Оба мальчика проявили необыкновенные способности. Шоусин воспитал обоих, превратил в духов и научил их не только сразу открывать в каждом оборотне настоящий его вид, но и каким образом можно победить даже сильнейшего из них. Поэтому, если какой-нибудь дух тьмы своими злыми поступками приносит слишком много вреда людям, то по просьбе последних Шоусин посылал Сяньхао или Мэй Лу для уничтожения демона. Журавль и олень навсегда остались у Шоусина и были его учениками и слугами. Главная их обязанность была сторожить древо жизни.